День добрый, уважаемые зрители, подписчики канала. Так. Продолжаем прохождение и выживание в мире Alone in the Dark. Зайцы, шмайцы, херайцы. Короче, щемим отсюда в другую сторону. Щипомник. Я так и не понял, кстати говоря, куда подевались грибочки в прошлый раз, которые я собрал. Куда-то они, короче, подевались. Стараемся продержаться подольше. Вообще, кстати говоря, основной прикол с продержаться подольше заключается в том, что мы рискуем очень, как так сказать, неоправданно. Да, видите, волки, три штуки. Это не олени, это что ни на есть самые на самом делешные волки. Ресурсом. А вот дальше что с этим ресурсом-то делать? Это тот знаковый пик, на который можно ориентироваться и попробовать выскочить на What have we here? Речка. Водопадик. Кстати. Mm-hmm.
крушить. Это нам не интересно. Сучки задоринки делают такое. Пак, шмак, ковырялка. Самое неприятное это будет ходануть по кругу. Это вот, я помню, в прошлый раз так уже блуждал. Прогулялся по кругу, называется. Где я вышел. Посмотрим. That'll come in handy. Вот это полезно. Скамеечка, трупец валяется. Горы. Кстати говоря, обогнуть нам их никак. Дорога. Вообще, по идее, наличие винтовки силков ставит бессмысленным относительно долгий куда-то выхождение. То есть наша сейчас задача добежать по возможности. Бля, перехождение началось. Это очень паскудно. Интересно, кто на таких машинах может так высоко забираться. Интересно, а рельеф местности как-то играет на скорость передвижения? Значит, по-моему, такой зависимости не нашел. Если честно. Да, мучает.
такое вот еще мучает. Понятно, пройти, не пройти. Ладно, давай захаваем. Калорий 600. Вау. Думаю, если разогреть, там еще больше. Так, вот у этих домиков я респаунился. Fucking shit. Собственно говоря, основная проблема. Как нам отсюда попасть дальше? Не знаю, есть что. Понял, там что, волк был, что ли? Так, холод отсюда уходит. То есть дом, в принципе, в тепле. Это радует.
Так, переутомление играет у меня уже в минус. О, водичка. Мы в этом домике застряли слегка надолго. Объясняю. Во-первых, волк. Во-вторых, переутомление. Да, короче, на ночь тут осталось. Так, что с калориями? 2 часа дневного времени. Так, обезвоживание. Окей. Да есть у меня что пожрать. Есть что поесть. Жажда выживет. Не переживайте. Есть чем попить. Так, что там у нас по еде? Давайте перекусим. Пойдем. Что-то там такое завывает, господи. Could use this. Ладно, двинули дальше.
Качельки. Качельки рулят. Какие-то непонятные звуки произошли. Короче, мне как-то нужно выйти на железную дорогу. Сейчас будет тупик. В общем-то, если я все правильно помню, а вот тут интересно, нужно как-то подняться. Вот это не. Ого. А вот это что за дорога такая интересная. Просто по кругу, что ли, идет? Для чего? В чем прикол-то? Не, короче, я просто возвращаюсь, по сути. Грибочки. Ну, собственно говоря, тупик. Переохлаждение, переутомление. Вообще метель началась, но зашибись мне.
не бегать больше не нужно. Круто. Силы иссякли. Опа. Домишки. Ни разу до сюда не доходил, насколько я помню. А может, и доходил. Дом не без крыши. Юста. Наброшенного чуда-то классно. Даже более того. По-моему, я до сюда доходил, но мне тут волк зажал. Все печально закончилось. Что-то как-то так, по-моему. Переутомление, переохлаждение, чаша, быстрая скорость. Мы вообще находимся-то. Да, выпускам вот этого пробегись, не добегись. Стало выживать-то гораздо сложнее. Даже не бегать, скажи. Вот какой-то мост. Какой-то водопад. Да, я, вау, вау.
замост. Идем докуда идем, и там сдохнем. Ну так уже мы отмахали сколько. Понять бы, где мы вообще. Деревья колышется. Прикольно. Не могу я обеспечить тепло. Это все и проблемы. И домов на горизонте никаких вообще нет. Да. Это именно то самое. Прогулялся по кругу. Я слишком медленно иду. А вот, собственно говоря, и все. Да, вы ушли во тьму. Не получилось дойти до плотины. Честно, откровенно говоря, пока не знаю, как на нее вообще выйти.
вообще не понимаю. Если честно. Ну, будем стараться. Будем стараться. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.